либо 100%, либо около 100%. Бывает на строчку на 2 меньше, 8-9 строчек, а бывает и выше 100%, 1,2, даже 1,5 зачастую. Это зависит не только от результатов лазерной коррекции, зависит от сетчатки и других факторов, от зрительного нерва, от анализа изображения в нервной системе. Но обычно результат единица, то есть 100% в среднем такой результат.